Я пошел добровольцем, потому что, ну, не мог все это видеть, терпеть, и поэтому вот так. Я хоть живу в русскоязычном городе, разговариваю на русском языке, но это для меня не имеет никакого абсолютно значения, потому что у меня сердце Украина, моя родина, мой народ. А кто сказал, что ты мужчина? Сидишь, как уволень в Порше, холеный, бритый. Роскорзина для Маши с верхних этажей. Конечно, ты не сможешь бросить свой бизнес, девочек, казну. Да и никто тебя не спросит, пойдешь ли, милый, на войну. А там мальчишки умирают. И с гневом в стиснутых зубах твой вшивый бизнес защищают. Сегодня жив, а завтра прах. А вечером в руках гитара. Поют о доме, о весне, разгрузка, магазинов пара, ведь на войне, как на войне. Не сомневайся, парни знают, что за спиной и мать, и ты. Они страну свою спасают, и твои белые цветы, твои счета, машины, дачи, любимый хвойный огород. Да, ты за мир, а как иначе? Вздохнул диванный патриот. Давайте защищать родину. Не Порошенко, не Яценюка, а свою родину, свою землю, свой народ защищать. Вставайте, ребята.